Я была очень рада здесь сегодня с вами поиграть. Я считаю, что эта игра действительно может развить навыки коммуникации, и она интересная и азартная. Ну, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Поэтому я желаю вам всем дальше улучшать качество своей жизни, качество своей работы, оставаясь такими же вовлеченными, как вы были сегодня. Я, во-первых, хочу поблагодарить всех, да, за то, что сегодня происходило. Вообще, на самом деле, игры — это мое прям любимое хобби. И, конечно, благодаря таким играм, я думаю, что мы все добьемся высоких целей, и наше восхождение на горы Олимпа будет просто выше всяких похвал. Спасибо всем огромное. Спасибо. И карточки, эмоции, ценности и искусства. Метафора весна. Как всегда, все сошлось. Знаете, играя в эту игру, мы, несомненно, постигаем что-то новое. В нашу жизнь приходят новые краски, новые эмоции, словно весной. Мы окунаемся в новую жизнь, начинаем все с чистого листа. Во время этой игры я испытала огромное чувство любви к искусству перевоплощения каждого из вас. Особенно, когда это сделала Талат. Так что спасибо вам за позитивные. Спасибо. Друзья, ну то, что мы сегодня вместе с вами приняли участие в этой замечательной игре, несмотря на то, что все мы с вами серьезные, материально высоко обеспеченные люди, то данная игра нас немножко возвращает в юность. И самое главное, что мы вместе с вами все преодолеваем все наши внутренние страхи, небольшую нерешительность, которая у нас, может быть, у каждого еще остается. Самое главное, то, что мы все с вами здесь живем, становимся более открытыми и испытываем невероятные эмоции. Спасибо всем за интересную, увлекательную игру. Игру она показала нашу зрелость. Мы, в том числе и я, получили удовольствие от работы Макса и всех нас полностью взятых. И как зрелость в чем заключается, да, как в сказке «Красавица и чудовище», а удовольствие можно получать не только от внешней оболочки, да, но и от содержания самого процесса. Спасибо, Галина. Спасибо. Друзья, я думаю, я и мы все получили счастье от сегодняшней игры. Потому что, мне кажется, мы немножко приблизились к сегодняшнему итогу, и это было какое-то общение с близкими людьми. Мне уж точно есть, что и вам тоже. И каждый у нас хватит свой кусочек пирога от этой игры и подпомнить свою новую роль. А возможно и в своей, и по-другому на нее взглянуть. Спасибо вам. Спасибо. Игра позволила мне сделать открытие очень важное себе. Я почувствовал себя коньком горбуном. Все, благодарю, да? Поскакал. Все? Это из самообразования, отстраненность. Конек горбунок, одним словом. Пожалуй, когда я пришел, собирался прийти сюда, у меня были некоторые сомнения относительно того, что вот. Но вот сейчас я, пожалуй, принимаю, что это действительно очень хороший, позитивный, нужный инструмент. Я бы даже сказал, что это является игра золотым ключиком, который открывает нам путь для того, чтобы найти лучших сотрудников, обрести новых верных друзей. Но, конечно, кажусь в некотором отчаянии, потому что время, определенное на эту игру и на все остальные игры, но, конечно, кончается. Спасибо. Эта прекрасная игра настолько увлекла меня, что в какой-то момент время остановилось. Все замерло. Я услышал шепот звезд. И от этих слов исчезла надежда, она растворилась. Но осталась уверенность и почти вера, что здесь те люди, которые прекрасно плетут свою сеть общения и будут плести еще лучше, тем самым обеспечат
безбедную и счастливую жизнь себе и своим близким.